Более 370 килограммов пластика собрали участники акции «Эко.». В этом году в мероприятии приняли участие свыше 200 человек. Собранные ПЭТ-бутылки приносили на территорию ЗАГСа. Рекорд по сбору пластика побила команда детского сада номер 40. Мы собрали 226 килограмм буквально за один день. Получили массу удовольствия. Я так думаю, что это еще один рывок в том, что наши дети поняли, что такое экологическое воспитание, насколько оно важно, насколько этот мусор важно убирать и доставлять в то место, куда его нужно. Весь собранный пластик компания «Сибур» отправит на переработку, чтобы превратить в полезные в быту вещи. А следующая эко-точка пройдет в 15-м микрорайоне.